Здравствуйте! С вами рады встречать новый день Евгения Калугина и Виталий Герасимов. И начнем наш выпуск по традиции с новостей. Корпорация «Иркутск» завершила постройку самолета МС-21-300. Его крыло изготовлено из полимерных композиционных материалов российского производства. Машину уже перевели из цеха окончательной сборки Иркутского авиационного завода в летно-испытательное подразделение. Специалисты выполняют программу наземных проверок самолета и его систем, а также подготовят воздушное судно к первому полету. Школьники из Приангария приняли участие во всероссийском конкурсе «Безопасное колесо онлайн». Это испытание для юных инспекторов движения стало 40-м по счету. В первом этапе состязались более 500 представителей движения ЮИТ от 10 до 12 лет. Иркутскую область на конкурсе представляла команда ЮИТ Пивоварской средней школы из Иркутского района. По итогам теоретического тура команда из Приангария примет участие в профильной смене во Всероссийском детском центре в Анапе. У ребят 38-й результат из 85. И продолжаем. Около 500 педагогов Иркутской области направили свои заявки на всероссийский конкурс «Флагманы образования. Школа». Участвуют в нем как опытные сотрудники, так и те, кто имеет небольшой стаж. Для подачи заявки на конкурс необходимо собрать команду в составе 4 сотрудников одной общеобразовательной организации, руководителей 1 и 2 уровня, классных руководителей, учителей-предметников. Заявку подали и педагоги средней общеобразовательной школы из Мегета. После регистрации участникам предстоит пройти дистанционное тестирование, тест общих знаний, функциональная грамотность и управленческие навыки. В финале встретятся 100 команд победителей по итогам полуфиналов, которые пройдут в 8 федеральных округах России. И следующая новость. Ангарск готовится принять фестиваль русской культуры «Байкал-2022». Его реализует Межрегиональная ассоциация событийного туризма Сибири. Как пояснили организаторы, в рамках фестиваля пройдет конкурс видеороликов среди муниципалитетов региона, большой концерт творческих коллективов со всей области, выставка ремесел, а также региональный турнир «Русские богатыри Байкала», задача которого – популяризация традиционных русских видов спорта, таких как лапта, городки, подъем гирь. Мероприятие запланировано на сентябрь следующего года. А мы продолжаем и встречаем в студии амбассадора конкурса «Миссис Бизнес Ангарск и Иркутская область» Наталью Неумоину. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Наталья, расскажите, пожалуйста, что это за конкурс и как он появился в нашем городе? Конкурс проходит в России уже 4-й год. В нашем городе он проходил впервые. Продюсерский центр «Они профи» города Санкт-Петербург предложил организатору мероприятия Елене Макович провести его в нашем городе. Собственно, так он и стартовал. А сколько было участниц? Конкурсные испытания проходили 6 участниц. Каждая из них представляла совершенно разные сферы бизнеса. Так, среди участниц были врач-косметолог-нутрициолог, ведущий частную практику, директор и основатель частного кинотеатра в городе Ангарске, руководитель образовательного центра в городе Иркутске, руководитель детского центра, основатель и ведущая агентства знакомств, руководитель отдела продаж агентства недвижимости. А сколько по времени длился конкурс и какие этапы включал? Конкурс длился 3 недели и включал в себя следующие этапы. Это открытие, стилизованное открытие White Party, где девушки представляли свои визитки и говорили о себе и о своем бизнесе. Следующим этапом был вечер талантов, на котором девушки раскрывали творческие способности и способности перевоплощения. Завершался конкурс грандиозным финалом на сцене ДК. Помимо этого, в программе конкурса девушкам проводились мастер-классы по личностному росту и тренинги, репетиции по подиумному шагу и фотопозированию. Это девушки любят. Что есть, то есть. Наталья, расскажите, какой конкурс или какой из этапов конкурса запомнился участницам больше всего? Самым волнительным для всех девушек стало финальное выступление. Здесь девушки должны были собрать всю волю в кулак, справиться с эмоциями и волнениями и выдать результат на все 100. Женщины в бизнесе и так имеют высокую занятость. Ну и не только в бизнесе. И не только в бизнесе. Как вам удалось привлечь участниц? Как ни странно, все девушки с радостью отвечали нам на приглашение. Все готовы были выйти из рутины забот и повседневных дел.
Что дало женщинам участие в этом конкурсе, а победительнице победа? После финальной точки прошло совсем немного времени, но каждый день мы получаем в свой адрес слова благодарности и восторга за то, что конкурс позволил раскрыть в девушках новые таланты, посмотреть на себя с новой стороны, выйти из зоны комфорта. Безусловно, участие в конкурсе привлекло для них новое общение и новых клиентов. А какие критерии оценивались в первую очередь для выявления победительницы? Одними из главных критерий являлись умение общаться, деловой этикет, а также артистические способности, которые немаловажны в ведении бизнеса. Ну да, бизнес — своеобразное творчество. И харизма очень нужна. Да, конечно, согласна с вами. Бизнес-леди не понаслышке знают, что такое конкуренция, да? А девушки, женщины бывают порой так коварны несколько. Были ли какие-то случаи на конкурсе, чтобы кто-то там достигал нечестным путем? Мы с директором, конечно, каждую минуту следили за тем, как они будут себя вести. Боялись вот этих вот каверзных таких моментов. Думали, что на финале как-то проявится это. Но все прошло гладко. Единственное, конечно, были споры за то, кому достанется самая главная корона. Что было вот решающим, когда выбирали победительницу? Очень интересно. Что вот стало последней капелькой, которая упала, и сказали, да, точно, вот это вот она? Это трансформация участницы, которая прошла от ее начала до финального выхода. То есть, действительно, у победительницы был эффект вау для всех зрителей и для жюри. И перейдем к самому главному для меня вопросу. Кто же стал победительницей, как ее зовут и из какой сферы деятельности она? Победу одержала Анна Рыжанкина. Она является руководителем отдела продаж агентства недвижимости. И как раз ее выступление ввело все жюри и весь зрительный зал в состояние восторга. Вы даже сейчас рассказываете, мне вот уже мурашки. Я сама ощущаю. Ты же. А мне даже захотелось купить квартиру у этой победы. Как я понял, прошел региональный этап. Есть ли возможность у участниц дальше участвовать во всероссийском конкурсе? Да. Четыре участницы получили главные короны. И теперь они являются претендентками на участие в российском конкурсе и имеют честь представлять наш город на России. Желаем нашим землячкам успехов. Ого. Надеюсь, они покажут достойность, что они могут, что они из себя представляют. Мы, конечно, желаем успеха нашим землячкам на всероссийском этапе этого конкурса. Ну а вам огромное спасибо, что пришли к нам сегодня и рассказали нам об этом прекрасном конкурсе. Миссис Бизнес Ангарск и Иркутская область. И порадовали своей красотой. Благодарю за приглашение. Чтобы оставаться красивыми и бодрыми, важно высыпаться. Сегодня день любителей поспать. О, так это ж мой день. Нет, это мой день. Это мой день. Это поверь мне, уж кто-кто, а я поспать люблю. Кстати, сновидение занимает только 15-20% от общего времени, проведенного во сне. Примерно через полтора часа после засыпания человек начинает видеть сны. Я практически постоянно вижу сны. И постоянно цветные, и такие прямо экшен какой-то, да, прям фильмы можно снимать. Я думаю, многие люди хорошо видят сны. Главное эти сны запомнить, ну, чтобы потом было что рассказать другу. Некоторые животные, например, коровы, лошади и слоны, могут спать стоя. А фламинго стоя на одной ноге. Вот мне бы эту способность. Бегемоты, кстати, могут спать под водой. Они всплывают на поверхность каждые 3-5 минут, чтобы вдохнуть воздух, но при этом они не просыпаются. Шикарная способность, особенно если у тебя сосед делает ремонт. Между прочим, норма длительности сна может изменяться с возрастом. У младенцев она составляет от 12 до 17 часов и постепенно снижается при взрослении. К 17-18-летнему возрасту норма сна уже приравнивается к взрослой и составляет 8-9 часов в сутки. Так я, получается, еще подросток? А наилучшее время для начала сна – промежуток от 10 часов вечера до 2 часов ночи. С наступлением темного времени суток в организме человека вырабатывается мелатонин – гормон сна.
Поэтому время сна должно быть согласовано с темным временем суток. При попадании света на сетчатку глаза выработка мелатонина в головном мозге снижается, и в кровь начинает выбрасываться гормон бодрости – кортизол. Поэтому очень важно, по своему опыту говорю, обязательно гасить везде в квартире свет. Если же нет возможности полностью предотвратить попадание на сетчатку глаза света, то рекомендуется использовать правильно. Масочки. Масочки. Знаешь, вот обратная сторона вот этой любви ко сну – это сложность с пробуждением, да? Ой, даже не говори, пожалуйста. Уж я как никто понимаю, о чем ты сейчас. Причем самое странное, что я очень плохо встаю. Ну и как бы я не любил сон, почему-то, когда нужно ложиться спать, сна у меня как не бывало. Он куда-то пропадает. Я могу весь день хотеть спать, но как только я занял горизонтальное положение в 11 часов вечера, все. Самые главные мысли приходят в это время в голову, и пока ты все не передумаешь, ты не уснешь. Я думаю, тебе тоже это знакомо. Виталий, у тебя есть лайфхаки, как легко проснуться? Самый главный лайфхак, чтобы легко проснуться, это вовремя лечь. Рекомендую. Работает 100%. Но если ты не лег вовремя, то не пытайся, ничего не поможет. Ну, все-таки я нашла несколько лайфхаков для того, чтобы успешнее и быстрее проснуться по утрам. Итак, выберите для будильника правильную мелодию. Она не должна раздражать. Неприятный рингтон захочется поскорее отключить и опять-таки поскорее уснуть. Ну и очень спокойную композицию ставить, конечно, тоже не стоит. Под нее вы только крепче заснете, со мной такое бывало. Как только встанете с кровати, включите любимую музыку. Тело автоматически начнет двигаться в такт, настроение поднимется, а значит, обратно в кровать уже точно не захочется. Попробую сегодня как раз твои лайфхаки. Обязательно поменяю мелодию на будильник. Но на меня работает гораздо больше следующий способ. Нужно обязательно найти весомую причину проснуться. Если у меня запланировано на этот день что-то долгожданное и любимое, прям приятное, то я очень легко просыпаюсь. Мотивация заставляет меня выбраться из-под теплого одеяла и приступить к утренним ритуалам. Вот, например, в день зарплаты я просыпаюсь гораздо более охотнее, чем на следующий день. Ну и вернемся к теме физиологии. Проснуться утром поможет свет, в идеале солнечный. Но если встать пришлось до рассвета или в пасмурную погоду, призовите на помощь электричество. Опять-таки, попадание света на сетчатку глаза вызывает выработку гормона бодрости, кортизола. А я знаю еще один способ. Нужно продержаться на ногах как минимум 9 минут. И тогда организм полностью проснется и уже не захочет засыпать. Мне интересно, как это считали? Давали людям постоять 7 минут, давали людям постоять 12 минут, да, и смотрели, кто из них бодрее. И когда не упали. Если не ушел спать, значит, все, 9 минут. Остановились, идем работать. Думаю так. Ну и еще одна полезная рекомендация, это, конечно же, зарядка по утрам. Она не только придаст вам бодрости, но и сделает вашу фигуру стройнее, а здоровье крепче. Как только дойдете до ванной, умойтесь скорее холодной водой. Это, конечно, стресс для организма, но вы уж точно взбодритесь. Нет, эти способы не по мне. И косметологи говорят, что холодная вода защищает кожу от преждевременного старения, значит, вы будете еще красивее. А вот здесь уже стоит задуматься. Еще рекомендуют принять душ и выпить стакан воды. Это настоящий будильник для вашего тела. Также специалисты рекомендуют понюхать зерна кофе или... интересненько, апельсин. Дело в том, что насыщенный аромат кофе уменьшает активность генов, которые отвечают за сонливость. Бодрящим эффектом также обладает аромат цитрусовых. А выпить кофе можно? Ну, или... если сильно хочется, то можно. По крайней мере, я тебе лично разрешаю. Хорошо, спасибо. Кстати, хочу вспомнить один способ, который когда-то очень сильно по студенчеству мотивировал меня проснуться. Это ароматный запах завтрака, который готовила мне теща. Спасибо огромное, Тамара Петровна. Если не получается лечь спать вовремя, как вот ты говорил об этом, да? Что очень вот... серьезная проблема. То тогда вот специалисты рекомендуют рассчитать время сна так, чтобы оно было кратно 1,5 часам. Ты даже после небольшого отдыха будешь просыпаться бодрым. Итак, 1,5 часа можно поспать, 3, 4,5, 6, либо 7,5. Да. 8, 7, 5 и так далее не подходит. Да, либо 9. Принято. Ну и главный совет. Включайте программу «Новый день». Каждое утро мы помогаем вам просыпаться, заряжая вас позитивом и бодростью. А мы продолжаем. Актуальная новость в преддверии новогодних праздников.
Средняя цена лососевой икры в рознице в октябре 2021 года достигла максимума за историю 20-летних наблюдений. Таким образом, цена за килограмм составила 5000 рублей. С 2000 года икра подорожала в 7,4 раза, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата. А ведь когда-то я мог позволить себе есть ее ложками. Ну как это так? А вот была у меня у друга такая ситуация. Но сейчас, конечно же, нет. В ноябре 2020-го средние цены превысили 4000 рублей за 1 килограмм, побив предыдущий рекорд августа 2018 года в 3900 рублей за килограмм. Получается, самый актуальный и ценный товар на данный момент – это красная икра и биткоин. И в продолжении темы наш эксперт-диетолог расскажет, сколько раз в день нужно питаться. А сколько же раз в день правильно питаться? Это наиболее часто задаваемый вопрос. И здесь однозначно можно сказать, что трехразовое питание, либо четырехразовое питание – это то необходимое количество приема пищи, которое должен себе позволить абсолютно каждый здоровый человек. 3-4 – это абсолютная норма. Это столько, сколько нужно. Существуют и другие стандарты, протоколы питания, другие особенности питания. И для некоторых людей, возможно, это индивидуальная особенность, подходит пятиразовое питание. Когда есть определенная цель, например, для спортсменов, например, для детей, трехразовое питание, конечно, таким людям будет мало. Но есть и особые сейчас новомодные стандарты питания, когда можно питаться 1-2 раза в день. Но важно, чтобы в таком протоколе питания был полностью сбалансированный рацион. И за 1-2 приема пищи вы могли получать всю необходимую потребность, вашу индивидуальную в калориях, белках, жирах и углеводах. Это достаточно известные тренды по интервальному голоданию, другим стратегиям, которые также имеют свое значение, например, для людей, страдающих зависимостью от углеводной пищи, у людей, склонных к сахарному диабету, или тех, у кого есть преддиабет. Для таких пациентов, конечно, интервальное голодание было бы лучшим выбором коррекции данного заболевания, при условии, что нет других серьезных заболеваний органов желудочно-кишечного тракта. И, конечно, важно, выбирая себе то, сколько раз в день вы будете кушать, очень важно, чтобы эти приемы пищи, они были не формальными, а настоящими. Чтобы это был стол, чтобы это было отдельное время, отдельный рацион, отдельный ритуал для того, чтобы вы могли нормально позавтракать, пообедать, поужинать, и, возможно, у вас будет какой-то перекус. Вот это тот идеальный набор приемов пищи, который позволит вам в течение дня быть активным, быть здоровым, а вечером, конечно, не набрасываться на еду и не иметь при этом несколько ужинов, да, отказывая себе уже в завтраке. Интервалы между приемом пищи достаточно 4-5 часов, иногда 3 часа бывает достаточно между приемом пищи, но не меньше. А сколько же выделять времени на каждый прием пищи? Выделяйте себе хотя бы 15-20 минут. Большинство людей даже не может позволить себе этого времени. Как правило, часто происходит быстро, на бегу, в перерывах между общениями, звонками по телефону и так далее. Это время не считается приемом пищи. Очень важно, чтобы каждый положенный кусочек вы проживали, как в детском саду, 33 раза. Нас этому учили с самого детства. Постепенное прожевывание, правильная обработка пищи еще в ротовой полости – это уже процесс пищеварения, и он очень важен. Поэтому если вам достаточно хорошо проживать в спокойной обстановке в течение 15 минут, значит, ваше время 15 минут. Если вам необходимо 40 минут, то пользуйтесь этим временем, наслаждайтесь пищей и получайте максимум здоровья от той пищи, которая у вас сейчас на столе. А в завершении программы интересные новости со всего света. В Великобритании можно арендовать одежду класса люкс на 14 дней. Дизайнерские платья можно взять на прокат всего за 10% от стоимости. Прокат может длиться от 4 до 14 дней. По мнению организаторов службы проката, чем больше люди будут арендовать вещи, тем меньше их окажется на свалке. А теперь рубрика «В мире животных». Детеныша карликового бегемота показали в зоопарке во Франции. Этой крохи нет и месяца. Карликовые бегемоты – редкий вид, но они хорошо размножаются в зоопарках. Малышка пока живет в помещении. Заботливая мама не выпускает ее в открытый вольер.
Смотритель зоопарка говорит, что важно не путать карликовых бегемотов с обыкновенными большими, которых много. Карликовые бегемоты живут в одиночестве, и в неволе, и в дикой природе. Водятся они в Западной Африке, в основном в Либерии. Животные ведут ночной образ жизни, день проводят в воде, а с наступлением темноты выходят на сушу в поисках еды. Вот такие вот маленькие ночные охотники. И в продолжение рубрики «В мире животных» в Бразилии прошли состязания собак-серферов. В прибрежных водах Атлантики соревнуются собаки и их владельцы. О четвероногих участниках позаботились особо. Они все в спасательных жилетиках. Такие соревнования в этих местах уже традиция. Собачий серфинг зародился еще 100 лет назад. Сначала соревнования проходили в Калифорнии и на Гавайях. Многих собак готовят к состязаниям еще с щенячьего возраста. На этой позитивной ноте мы заканчиваем наш выпуск. Всем хорошего настроения и прекрасного дня. До свидания. Пока-пока. Гороскоп на 7 декабря. Овен. В течение дня хорошо заниматься делами, где вам гарантированы новые впечатления и информация. Телец. Внимательно следите за тенденциями в семейных отношениях, не назревает ли где-то напряжение. Близнецы. Больше времени стоит уделять домашним делам и отношениям с близкими. Рак. В этот период нужно больше общаться и интересоваться всем новым. Идеи и информация могут нацелить вас на что-то важное. Лев. Вы активно влияете на все происходящее в ближайшем окружении и можете направлять ситуации, как считаете нужным. Дело. Если не успеете спрятаться, можете оказаться втянуты в неприятную ситуацию помимо своей воли. Весы. Значительных результатов этот день не принесет, скорее больше наработки. Скорпион. Хорошо посвятить себя интеллектуальной деятельности, поиску сложных решений. Стрелец. Есть вероятность, что вам перейдут дорогу. Не рискуйте деньгами и здоровьем, контролируйте свои слова. Козерог. Напряжение будет заставлять вас хвататься то за одно дело, то за другое. Кто-то может надавить на вас своим авторитетом. Водолей. Если в этот день произойдут какие-то важные события, встречи, разговоры, считайте их знаковыми для выбора ориентиров в личных отношениях. Рыбы. День может приготовить значительные сюрпризы. Если события получат необычный разворот, отнеситесь к этому серьезно.